Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео! С вами сегодня, как всегда, Куфи, это про GTA, Media Pressure и Sunrise, и сейчас я нахожусь от Денис Проста. Дело в том, что сегодня мы сделаем счастливым еще одного человечка. Ну что ж, надеюсь, вы смотрели предыдущее видео, где мы с вами открывали кейсы, где я выбил офигенную машину. И на протяжении всего ролика я троллил Саню, ведь я ему задолжал огромную сумму денег, и я его троллил, говорил, что я ему никогда эти деньги-то, собственно говоря, и не отдам. Но не все так просто, дорогие друзья, дело в том, что троллил я его так неспроста, потому что у меня уже давно была одна очень прикольная идея в голове, которую я, собственно говоря, хотел реализовать буквально в ближайшее время. И так совпало, что Саня просил вернуть долг, а я его просто начал троллить и говорил, что я ему никогда эти деньги не верну. Да и тем более вы в комментариях написали, что нужно Санечку чем-то подогреть, чем-то обрадовать, поэтому, друзья, сегодня я буду дарить ему то, что еще никогда никому не дарил. Барабанная дробь, и это вертолет. Да, друзья, сегодня Санечка станет счастливым обладателем одноместного вертолета. Мне безумно интересно посмотреть на его реакцию, потому что он неоднократно просил меня подарить ему какую-нибудь быструю машину. Но сегодня я уверен на 100%, когда я его позову и скажу, что давай ищи по фотографии соответственно машинку, он даже понятия не будет иметь, что он будет искать не машину, а настоящий одноместный вертолет. Поэтому мне безумно интересно посмотреть на его реакцию, потому что я думаю, что она будет мега угарна. Поэтому, друзья, перед началом этого ролика заранее обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, ну и, конечно же, вам желаю приятного просмотра и, конечно же, приятного аппетита. Ну что ж, наша главная задача сегодня прям грамотно, красиво спрятать этот вертолет в каком-нибудь реально красивом, укромном местечке, чтобы Саня реально запарился и, конечно же, его, ну, было найти сложновато. Дело-то в том заключается, что данный вертолет стоит, знаете, сколько? 25 миллионов долларов. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте вводить мой промокод, который дает 12 тысяч баксов и VIP-статус на 10 дней. Делается это максимально просто, заходите абсолютно на любой серый проект, нажимайте на кнопочку F10, классную шестеренку, катка промокод, и туда вписывайте промокод кофе, который, собственно, дает вам огромные бонусы. Все, друзья, мы начинаем, погнали! Ну что ж, наша главная задача — спрятать эту вертушку так, чтобы Саня вообще ее, в принципе, даже и не нашел. Это самое главное. Сделать, конечно, какой-нибудь грамотный скриншот, чтобы Саня реально запарился. Поэтому прямо... Ема, ну это вообще угар реально лютый-то, а? Вот за одноместный вертолет 25 миллионов платить — это, конечно, жесть. Но мне прям безумно интересно посмотреть на реакцию, потому что Саня такого точно не ожидает. Итак, значит, у меня в голове есть несколько точек, по сути, куда можно было бы заныкать, наверное, эту вертушку. Точнее, даже не точка, а регионов. Значит, соответственно, это порт, это остров Кайперика, ну или, возможно, где-нибудь в городе. Где-то вот в этих местах, скорее всего, мы и будем прятать этот вертолет. Давайте для начала долетим до острова Кайперика, посмотрим, что там вообще по местам, где его вообще можно, в принципе-то, заныкать. Вот, а уже там, значит, будем определяться, будем прятать мы на острове или где-нибудь в другом месте. Слушайте, ну, по сути, здесь реально очень много мест, куда можно было бы заныкать этот вертолет. Вообще, он маленький, он может поместиться буквально в любое место, в любой ангар, в любой склад, в любое помещение и так далее. Но здесь их не так уж и много на острове, поэтому, если мы сделаем грамотный скриншот, Саня вообще не поймет, что это на Кае Перега. О, значит, ограничений по времени мы ему делать, соответственно, никаких не собираемся, значит, как это мы делали в предыдущий раз, а? Ну, чтобы было все честно, вот. Поэтому пока летаем и изучаем остров и смотрим, собственно, куда можно заныкать вертушку. Блин, вообще было бы круто припарковать вертолет именно на верхушке вот здесь, вот прямо-прямо вот на вот этом кране, да? Но что-то как-то... Блин, а мне кажется, он поместится вообще-то, да, или нет, а? Саня даже... Ну, хотя ладно, давай, знаешь, как сделаем. Смотри, давай сейчас как сделаем. Сейчас припаркуемся здесь, аккуратненько спустимся вниз и посмотрим, как это будет смотреть со стороны. Мне просто интересно, будет ли палиться вертолет как бы снизу. Ну, потому что сверху-то его не видно, а снизу-то, возможно, будет и видно. Да, парковка, конечно, здесь прям неудобная, я вам хочу сказать. Но еще немножко, и мы припаркуемся 100%. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-т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 ихо
у нас не взорвались, соответственно, да, а то все это будет габео полнейшее. Итак, ну, по сути, осталось лишь только слезть и посмотреть, как это смотрится снизу. Слушайте, ну я вам хочу сказать, что отсюда вертолет реально не видно. Ну, то есть, если смотреть наверх, у меня даже ракурса не хватает, чтобы захватить эту антенну. Давайте попробуем отбежать чуть-чуть подальше, чтобы понимать вообще, что у нас как бы сдалека происходит.
Не, ну хотя вот уже под таким ракурсом уже, конечно, видно. Но Саня вряд ли будет смотреть наверх. Я почему-то уверен на 100%, что Саня даже наверх голову поднимать не будет. Но он никак не ждет, что это будет вертолет. Он никак не ждет, что машина будет спрятана наверху. Поэтому он будет искать ее где-то вот здесь, вот где-то в кусках, скорее всего, и все остальное. Но там он... Ну блин, не, ну видите, что происходит, а? Издалека это происходит примерно вот так вот. А почему антенна у нас пропала, скажите, пожалуйста, а? Куда это она у нас так испарилась загадочным образом, скажите, пожалуйста? Ну классно, вообще замечательно, да? Посмотри, просто антенна, ну что это такое, а? Нет, все, вот такое идеальное место было, реально. Я уже обрадовался, что мы место с вами нашли. В итоге придется перепрятывать, потому что издалека будет видно, как вертолет просто висит в воздухе и все. А это, конечно, не дело. Значит, будем искать новое место. Блин, а если спрятать на авианосце? Ну просто мне кажется, если я сделаю скриншот, значит, и он будет искать по фотографии с авианосца, это будет сразу все понятно. Ну то есть, ну это реально будет слишком палевно, не? Конечно, можно было бы сюда куда-нибудь его поставить, и он бы здесь его искал, но так или... Хотя... В принципе. Ладно, давайте я оставлю на всякий случай себе эту идею в голове, что просто можно спрятать, соответственно, у нас на авианос наш вертолет, но так или иначе, давайте слетаем в город и посмотрим, какие позиции можно еще занять в городе. Не, ребят, я слетал в город, поискал там какие-то точки для того, чтобы спрятать эту вертушку, но чё-то как-то все безуспешно. Поэтому мы возвращаемся с вами на авианосец, где будем, скорее всего, прятать нашу вертушку. Осталось лишь только определиться с местом и сделать пару скриншотов, и все, и мы зовем Санечку, и наши поиски начинаются. Сейчас должна произойти ювелирная парковочка. Так, аккуратно, ничего не задеваем. Помечаем, вроде по габаритам пролезаем. Вот это я понимаю. Ну что ж, глушим мотор, соответственно, и вертолет. Я думаю, прятать мы с вами будем здесь. Осталось лишь только сделать скриншот, по которому Саня должен понять, где этот вертолет, точнее, где то, что он будет искать, может находиться. Ну что ж, давайте с вами поищем. Но я думаю, идеально. Ну то есть, его не будет видно издалека. И по сути, чтобы добраться сюда, ему нужно будет как минимум взять в аренду что-нибудь, какой-нибудь водный транспорт и все остальное. Ну, то есть, чтобы найти, хотя бы просто банально доплыть до этого места, ему нужно будет подзапариться. Плюс мы еще с вами сделаем какие-нибудь реально хардкорные такие, знаете, скриншоты, типа вот такого, наверное, да? О, да, хороший скриншотик получается. Один у нас скриншот есть, хорошо. Так, давайте зайдем еще внутрь. А еще где текстурки, я не понял. Алло, прогрузитесь, пожалуйста, я вас прошу по-братски, текстурки. Вот это я понимаю, вот это друг. Ё-моё, нифига себе. Так, ну что ж, давайте сделаем какой-нибудь скриншот еще один, по типу, наверное, вот какого-нибудь, вот такого, наверное, да. Я не думаю, что Саня поймет вообще. Саня будет считать, что это какая-нибудь военная база или что-то типа того. Так, давайте сделаем еще, наверное, вот такой вот скриншот. Отлично. Я понаделал сейчас очень много скриншотов и периодически буду отсылать Саня. Вот такой вот скриншотик тоже сделаю. Не, я уверен на 100%, что Саня будет считать, что это реально военка. Я уверен на 100%, что Саня вот так именно и поймет. Блин, вот если бы не было видно воды, а погоди, стоп, а если сесть, погоди. Вот, смотри, другое дело. Смотри, другое дело. Вот это хороший скриншот. Вот это хороший скриншот. Я думаю, реально, я уверен, вот тут вот, реально как будто военка. Реально как будто бы военка. Я прям вот эта вот рубка, которая там башня есть, прям один в один, серьезно говорю. Ну и последний скриншот, который мы отправим Сане, будет выглядеть именно так. То есть здесь уже по очертаниям, которые находятся у нас на фоне, понятно, что мы находимся на авианосце. Поэтому, друзья, я думаю, что мы со своей задачей справились. Мы спрятали нашу вертушку очень даже хорошо. И Сане реально нужно будет подзапариться, чтобы ее найти. Поэтому мы зовем Санечка, соответственно, и наши величайшие поиски начинаются. Ну, Санечка, ну, пожалуйста, ну, быстрее выходи ты из своего клубежника. А ну, чего ты там так долго-то, а? Ну, пьяница какая-то, посмотрите на него, а? Снова напился, Саня, да? Снова, а? Ну, какой ты, ну, Саня, чё, блядь, а? Саня, какой алкоголь? Скажи мне, пожалуйста, чё, Саня, а? Здоровый образ жизни, Саня, здоровый образ жизни, я тебе еще раз говорю, а? Да, Саня, опомнись, опомнись, я твой друг, Саня. Да, Санечка, Санечка, опомнись, Санечка, опомнись, я Саня Кофе, я твой друг, Саня. На что проснулся? Нет, друзья, у меня ты чего меня телепортировался на секунду? Короче, Александр, во-первых, поздоровайтесь, пожалуйста, с нашими дорогими уважаемыми зрителями, соответственно, да? Хрео, родишка, я. Значит, Санечка, смотри, я тебя сегодня позвал ко мне в гости неспроста, значит, да. О, ты помнишь, что я задолжал тебе огромную сумму денег, да? Вот, очень поэтому, большой, Саня, очень, я тебя... Там еще проценты капали. Ой, ну, конечно, я тебя позвал сегодня, чтобы сказать, что...
что ты прощен, Саня. Ты мне больше ничего не должен. Понимаешь, ура! Да? Все, давай. Все, я пошел, Саня, дальше. Спасибо. Я давай, нет, стой, руку пожать надо, Саня. Вернись обратно. Руку пожать надо, чтобы все, понимаешь, девочка закрылась, соответственно, и все. Не буду тебя жать, ебать. Слышь, ты не будешь, все. Твою вонючую, я тебе больше ничего не должен, Саня, понимаешь? Я раньше называл другом, хотел звать братом, а сейчас ты для меня. Начинается, а? Ладно, Саня, я пошутил, на самом деле дело заключается в другом. Значит, смотри, Саня. Значит, прямо сейчас ты садишься вот в эту машину, соответственно, за руль, значит, да? Ты протрезвел точно, ты все, больше не пьяница, да? Уверен, не, да? Не, я протрезвел, смотри, я уже протрезвел. Смотри, Саня, хотя бы одна царапина появится, потом царапина на твоем лице появится. Ты офигел, ладно, давай, пока. Ты офигел, алё, машину верни мне, а? Ну, смотри, какой, а, вы пиндерёжник, а? Короче, ладно, я прямо сейчас отправляю тебе маленький скриншот во ВКонтакт, соответственно, и ты должен по этой фотографии понять, что это за такое место интересное. И в этом местечке тебя ждет, собственно говоря, кое-что очень интересное, что ты хотел очень давно, Саня. Это невозможно, что невозможно, это все легко, Саня, это очень популярное место. Это тебе легко, ты знаешь лучше, чем кто-либо другой. Ну, ты сразу понять. Что даже... это за место такое? Друзья, прямо сейчас вы тоже увидите тот самый скриншот, который я отправил Сане, чтобы вы тоже понимали, на что он, в принципе, ориентируется. Ну, давай я подумаем, давай постоим, подумаем. Ну, давай. Ну, а что в твоей голове может быть? Саня, ну, это армия очень просто. Вряд ли. Почему вряд ли? Почему вряд ли? Почему? А ну, в армию, как и там закрытый полигон? Ну, да, Саня. Ну, либо такой, порт. Такой изичный скриншот просто, но ну, я прям не могу реально. Либо и вот, будка, и, знаешь, на охранником. Все, короче, я тебе подсказывать вообще ничего не собираюсь. Это кого-то будка охранника. Много скриншотов всяких разных, и если ты будешь не справляться, я периодически тебе буду отсылать еще, чтобы ты понимал плюс-минус, где это находится. Вот, но если порт, если армейка, то ищи тогда, Саня, что стоим на месте-то, а? Подожди, поехали, а? Я хочу понять, подожди, нихуя не понятно. Ой, начинается, что там ты разглядываешь, что там ты так, разглядываешь, скажи, пожалуйста, а? Типа, пол да, металлический. Да. Это либо будка охранника какая-то, либо реально порт. Ну так иди ищи тогда, давай, все, поехали, набивайся. Давай. Посмотрим. В порту, а думаешь, нет, да? Никакого. Времени нет. Ограничений по времени на этот раз, Санечка, никакого нет. Я хочу проверить одну штуку. Типа, какую? Вряд ли там. Это какую бред. Какую штуку? Это, короче, которая типа в торговый центр тут подниматься. Да? Там маленькая будка. А нет, она слишком маленькая. Она слишком маленькая. Ну, смотри сам, как бы, можешь туда не ехать сразу. Можешь время потянуть немного, так сказать, все остальное. Окей, давай туда просто съедем. Ну, вряд ли это та будка. Ну, так хочешь сказать, что это будка охранника? Ну, я не знаю, Саня, не знаю. Подсказывай. Я никаких пока не собираюсь давать тебе, потому что время-то еще прошло очень мало. Ты мне просто бы еще фотку ну, с конечно, Саня, тебя ждет очень интересное, понимаешь, наконец, транспортное средство, Саня, да? Смотри, я тебе сразу скажу, Саня, ты единственный человек, которому я такой подарок делаю. Такого я подарка еще никому не делал. Это я сразу подогреваю тебе интерес, соответственно. Не, видишь, тому... это что, слишком маленькая будка. А, не то, да? Не то, там только кассовый аппарат, Саня, и все, а? Что-то посерьезнее. Даже мать будет какая-то посерьезнее. Это так, ребята окей. Надолго, поэтому заваривайте. Кофеек, чаек, там, соответственно, накладывайте там бутербродики, она, соответственно. Ладно, поехали, Саня да, сегодня поехали где-то долго. Поехали в порт. Давай, поехали в порт, да, а почему да, бы да. Нет? Я хочу проверить Голливуд. Голливуд, давайте проверим Голливуд. Давайте там проверим тоже, типа, Голливуд. Будка охранников. Давай. Вот эту будку, да? Вот эту будку нет, ты хочешь проверить, да? Это нет. Пустая, ну видишь, тоже с камерами, так. Тоже с камерами, а, да. Давай, подожди, тут посмотрим. Может быть, вообще. Может быть, в таких будках, типа. Так, ребят, вариант. Я сейчас замутался, Саня меня не слышит, но Саня, так, конечно, вообще здесь. Глупый человек, нет. Реально. Это нет. Настолько очевидно просто все, может понимаете? Быть. Настолько все очевидно, нет, но как этого это можно не понять? Место. Ну, Саня, ну в чем так, проблема это, заключается? Скажи, это пожалуйста. Да, блядь. Ай, Саня. Ну, я уверен, ребята сейчас смотрят, они уже знают, где это находится, соответственно, да? Либо и они нет. Реально либо ловят они огромный... Не такие же, они ловят огромный фейспалм. Да, Саня, еще хотел тебе напомнить, значит, смотри, сразу такая небольшая подсказочка, то, что ты ищешь ярко-красного цвета, Саня, понимаешь, да? Вот, это так, чисто подсказка, что ты понимал, что ты, в принципе, вообще должен найти. Но я сразу говорю, ты это вряд ли найдешь, Саня, я это спрятал очень хорошо. Я у тебя ни разу в челленджах не выиграл. Ну вот, Саня, поэтому было, для тебя сегодня включить хардкор-мод, понимаешь, да? Да, а почему это на, все, это... на все хардкор-моды на мне проверяешь? Не, Саня, сегодня просто... Саня, Санечка, сегодня
просто особенный подарок. Очень особенный, да. Ема. Ну я просил без царапин ехать, ну Саня, ё-моё. Это не я был, ты не... Ну давай, поищем. Так, ты чё там, ты, ну куда едем сейчас? Спорт, правильно? Спорт, или да, куда? Спорт, поехали в порт, давай. Так, ну что ж, Саня, мы заезжаем с тобой на территорию порта, соответственно, да. И значит, по твоим предположениям, так, примерно, нет, значит, то, что ты должен думал, найти, находится именно здесь. Правильно я понимаю? Правильно, да? Нет, всё, я так мы-то передумали, что ли, или что? Я не понимаю, а? Вот еще будка, да, да. А подожди, а чего? Текстура пола похожа. Да, текстура пола похожа, да. Ну ты думаешь, только в будках бывают металлические полы, Саня, или что, я не понимаю. Ну это как будто будка охранника. Ну, возможно, я не буду отрицать это, я вообще никаких подсказок тебе не собираюсь, давай, Саня, понимаешь, да? Подожди, давай. Блин, вот, ребят, честно, Саня меня снова сейчас не слышит, я правда вам скажу, я думал, что Саня сразу же поедет проверять в армейке, но, к сожалению, этого не произошло. Это не то, Саня, да? А, как грустно. Как жалко-то, Санечка, как жалко-то, а? Такое чисто по цвету, как будто это что-то, как будто старый склад. Старый склад, да, старый склад, Санечка, да. Ну, езжай на старый, знаешь, сколько старых складов тут вообще на карте, ты понимаешь, сколько? Да, это невозможно, ты устанешь искать, сколько складов тут проедешь. Говорю, давай второй скриншот. Второй скриншот, да? Да, пожалуйста, да, второй. Давай так, смотри, за каждый скриншот ты мне потом даешь по 50 тысяч. То есть вот сейчас я отправляю скриншот, и ты мне отправляешь 50 тысяч долларов, а? Давай. Хорошо, все, Санечка, второй скриншот отправляется прямо сейчас. Не. Итак, друзья, прямо сейчас вы тоже увидите тот самый скриншот, который получает Санечка. Давай, что? Все, я отправил, Санечка. Пожалуйста, прошу. Это следующий скриншот, который вы получаете. Что такое? Что такое, Саня? Что такое? Это, между прочим, скриншот за 50 тысяч долларов, понимаешь, Санечка, да? За 50 тысяч. Я их просто спустил, блядь, в унитаз. Ну почему в унитаз? Ну почему сразу в унитаз? Вот я смотрю на этот скриншот, и я сразу это понимаю, что? Где это, понимаешь, Саня, и все. Ну потому что ты это знаешь, да, нет? Ну потому конечно. Такое место, это что-то засекреченное. Не знаю. Так, ну я уже заработал 50 тысяч долларов, мне это нравится. Да, мне кажется, ты просто разведешь мне на деньги и все. Ну неправда. Это что-то типа, блядь. Ну, Саня, ну рожай ты быстрее, ну думай ты, речь-то, а? Я не уже знаю, 10 минут, это. Тысяч, 10 это, минут. Это не будка, все, сразу отпадает. Это, скорее всего, какое-то здание, либо нет, в офис Фиба вряд ли ты туда зашел, да, ну, подожди, с чего это? Ты думаешь, что меня туда не впустят, Саня, а? У меня много связи, тем более я был в СПИДе тут работал, Саня. Типа офиса Фиба, армейка. Ой, ребята, мы здесь, как я уже и сказал, реально надолго, Саня, вот вообще, вот прям... Да отстаньте от меня. Вот он еще даже близок не был ни разу к предположениям вообще, понимаете? Он даже ни разу не подумал про то место, где мы спрятали тут вертолет, ё-моё. Да, блядь. Саня, ну подумай головой, пожалуйста. Да я думаю, я не знаю, где это место находится, Олег, блядь. Хорошо, я там не хорошо, был, смотри, Саня, смотри, я могу отправить вам третий скриншот. Давай, я готов. Ебать! Нормально вообще это? Что такое сейчас было, а? Нормально, что он боком так заходит в поворот вообще? Давай, третий, окей, 100 тысяч пройду, давай. Следующий скриншот стоит 150 тысяч долларов. Другой ракурс, Саня, скриншот стоит 150 тысяч долларов. Ты готов? Охуел 150, следующий скриншот, Саня, поверь мне, оно того стоит, Саня, поверь. Давай за сотку. Ладно, хорошо, давай за сотку. 150, то, что мне должен отправить. Пожалуйста, следующий скриншот я вам отправил. И вы, ребята, тоже сейчас видите этот скриншот. Что, ты понял, где это? Армейка? Не знаю, Саня, не знаю. Это либо аэропорт, либо армейка. Не знаю, Саня, не знаю, вообще не знаю. Не, ну, блядь, короче, вряд ли... Ребят, вот тот самый скриншот, который, на который сейчас смотрит Саня, то есть вы видите, я, да, короче, то, что видит Саня. Я, короче, в аэропорт сначала съезжу, если не аэропорт, то это армейка. Ну, а давай, армейка, Сань, последняя подсказка будет стоить 300 тысяч долларов. Ты готов к этому? Я пока проверю, а потом посмотрим. Ну давай. Мне давал там деньги, поэтому я... Давай. Последняя подсказка будет стоить 300 тысяч долларов. Если ты воспользуешься, то тогда ты мне будешь должен почти 500 тысяч баксов. Ты понимаешь, да? Да, 350 я буду тебе должен. Ну, я говорю, почти 500. Ну, я просто 50 тысяч округлил, Саня. Я математика как бы владею, да? Как вы понимаешь, ну, география-то я понимаю, Саня. Так что все нормально, ты не переживай, а? Давай, ну, мне просто интересно, а где ты в аэропорту, скажи мне, пожалуйста, хотя бы раз видел такую будку, скажи мне, а?
есть башня, вот она. Да, а в нее, ты хочешь сказать, можно каким-то образом попасть или что, Саня, я не понимаю, а? Ты хоть раз видел, сука, мы лет играем? Ты запихнул в армию. Ну а почему вряд ли, Саня, ну а почему вряд ли, да скажи мне, а? Да туда не пустят, блядь. Ну, Саня, у меня связи, Санечка, связи, Санечка, связи, Санечка, связи у меня, понимаешь, а? Подожди, блядь, так, подожди. Ну давай подумаем. Блин, ну это так очевидно просто, ну максимально же понятно все. Армия? Я не знаю, Саня, я не буду говорить, понимаешь? Я рассчитываю на то, что я тебе дам последнюю подсказку за 300 тысяч долларов, поэтому я тебе вообще ничего говорить не буду. Так, ну что, Санечка, мы с тобой подъезжаем к военушке, соответственно, вот да? Это башня и должна думаешь? Быть. Уверен на 100%, а может, да? А может быть, и в башне спрятал, а это может рядом быть, и не в башне, Саня, я не знаю. А нет, тогда зачем эти скриншоты? Ну или... вот действительно, или я не знаю. По окрестности. Возможно, я не знаю, Саня, не знаю, ничего не знаю, Саня, ничего и никого. Поехали, короче. Саня, ну, смотри, у тебя есть возможность воспользоваться еще одной подсказкой за 300 тысяч долларов перед ну, тем, как мы... Ну, надо проигновение посадят. Не, ну, давай, мы можем рискнуть заехать. Возможно, все-таки машина находится именно там. Возможно, подожди, Санечка, дай, возможно. По периметру. Да не, вряд ли по периметру. По периметру. Не, ну а почему? Вдруг. Не, а зачем ты скриншоты делаешь по этой локации? Зачем ты делаешь скриншоты ну, этой локации? Да. Я пытаюсь тебя, Саня, понимаешь? Я как одновременно и хороший полицейский, и плохой полицейский. Я тебя одновременно... Давай этот скриншот за 300 тысяч. Уверен? На 100% давай, уверен, попу, да? Давай, уверен давай. На 100%. Да, давай, да, давай. Какой бы скриншот бы тебе отправить? Чтобы я лишний раз не рисковал. А, я знаю, какой скриншот отправить, Саня, я знаю. Так. Так, скриншот за 300 тысяч, готов? Да. Давай, все, Саня, ребята, прямо сейчас вы тоже видите скриншот, который я отправляю Сане. Вот, пожалуйста, смотрите. Ну-ка, вам на чем-то это говорит. Ты издеваешься, иди нахуй. Другой давай скриншот. А чем тебе нравится этот скриншот, скажи, пожалуйста, а? Ой, ладно, Саня, Другой скриншот, блядь. Ну, за этот скриншот, который... Не, ну, за этот скриншот, который тебе отправил, 50 тысяч надо заплатить, понимаешь, да? А вот, который я... Нет, я тебе за него нихуя не дал. Короче, Саня, вот последний скриншот. Тут ты сразу поймешь, что это за место такое. Сейчас будет, смотри. Ребят, вот я отправляю скриншот, вы тоже это сейчас увидите, и сразу будет... Давай. Ну, давай, Саня. Вот, пожалуйста, последний скриншот. Ну-ка. Бля. Че, понял, где это находится, Саня? Сука, а? Это авианосец, да, блядь. Да, Саня, ты такой тупой, просто вообще ты не понимаю. Ты ебанулся, блядь, как я доверю до твоего ебаного авианосца, где блядь? Еще? Я тебе отправил второй скриншот, где на мониторе карты. Где еще это может быть, а? У это в порту, это в будке охранника. Ты дурак, Саня, шо ли, а? Так, ну осталось только понять, как нам туда добраться, Саня, понимаешь, да? Это сейчас легко, едем на Аркадиус, берем твой вертолет. Нет, вертолет я вам не дам. Не. Место-то авианосец, это да, но там где еще-то запрятан надо найти, понимаешь, да? Поэтому на вертолете мы с тобой точно не полетим. Это либо водный транспорт надо какой-то найти, арендовать, соответственно, понимаешь, да? Мы долго будем плыть, я понимаю, блядь, Саня, ну а что поделать, Саня, понимаешь, почему челлендж, нельзя, есть челлендж, нельзя, Саня. Вертолет? Саня, я тебе еще раз говорю, хардкор мод у нас сегодня, потому что он у меня площадка просрочена, там я его брать сейчас не могу, мне надо заплатить, чтобы я мог пользоваться вертолетом площадкой своей. Вот, поэтому, уже здесь вот эти квадроциклы, вот гидроцикл. Молодец. Так, ну что, друзья, мы берем в аренду сейчас гидроцикл, соответственно, отправляемся в сторону авианосца, и Саня там... А что? А вот, нормально. И Саня там начинает свои поиски. Так, ну что ж, Санечка, куда это мы плывем? А, смотри, ну все, ребята, спустя 10 минут, наверное, мы подплыли наконец-таки к авианосцу, и Саня, теперь твоя задача найти то, что спрятано здесь. Да, блять, так, а вот только знаешь, что вопрос, а как... ну, наверное, не, нормально. Во, другое дело совершенно отлично. Ну что ж, Саня, я бегаю прямо за вами, соответственно. А чё, где текстурки? Алло. А чё, текстуры нет? А текстурки завезли, не завезли, текстурки вы где? Слушай, ну у меня тут тоже забаговались один раз текстурки, когда я прятал тут, соответственно, все. Вот, поэтому это, как я понимаю, классика. Это, как я понимаю, нормально. Блин, ну тогда ты, наверное... Ну нет, стой, ну погоди, ну, наверное, сразу... Мне пришлось просто перезайти из игры, чтобы тут текстурки... А где текстуры? А это чё? Слушай, может, давай релог быстренько сделаем и просто продолжим, ну потому что без текстурок здесь такое себе на самом деле. Ну вот это уже другое дело. А вот это здесь, я а? Пою. Я ну вряд ли, Саня, вряд ли. Так, ну что, Санечка, наверху. Ну идем возможно, давай. Не, скриншоты никак не относятся к тому месту, где спрятано. То есть скриншоты лишь только обозначение места, и все. Ну тут и так область поисков очень маленькая, Саня, так что давай, ищи, не выпендривайся, реально, да. Здесь и прятки можно снять. Ну, вообще.
вообще да. И мы, я помню, кстати, когда-нибудь так. По-моему, когда-то такое делали, только в обычной GTA-шке, насколько я помню. Ну что, Саня, ну вообще никак, да? Вообще никак. Вообще никак, Саня, да? Вообще никак, да? Вообще никак, Саня, да? Вообще никак, а? Ну давай подумаем, давай найдем. Давай подумаем. Так, куда это мы поднимаемся? Потому что я тут максимально редко бываю, поэтому я без понятия, куда вообще маршрут идти. О, верхняя палуба. Солнышко сразу, как хорошо. Так, ну что ж, Санечка. Ну ладно. Шоколадно, шоколадно. Посмотрю, может быть. Давай. Или ты вот туда вверх вот тпшнул. Не, Саня, ни в коем случае. Окей. А как он тут оказался, Олег? Потом все узнаешь, Саня. Я все обязательно. Сань, я тебе все потом обязательно расскажу, Санечка. Ты все сам потом прекрасно поймешь. Так что давай, не упендривайся, да. И давай просто будем нормально искать. Так что давай там, Саня, не выкобенивайся. Че, вообще никогда? Вообще никогда, Саня. Я пока хожу, оглядываюсь. Ты хоти оборачивайся, Саня. В страхе и ужасе ходи и бойся, Саня. Вот я понимаю. Отстань, блядь. Так, а че, где еще можно поискать? Давай посмотрим. Ну, я сейчас внутрь зайду, мне кажется. Сначала я верхние палубы посмотрю, так, а потом я посмотрю нижние. Так, и чего это у нас тут? Вот здесь я посмотрю, просто покажу. Ну нет, здесь, конечно, смотрите, Санечка, походите. Ну, здесь вряд ли бы, наверное, что-то поместилось бы, наверное, да? Ну так, если, так, ну, наверное. По локе, если рассуждать, как бы, да? А вот, кстати, этот ящик, который на скриншоте был. Ага, да, все верно, все правильно, так, конечно, Саня. Ну давай ищи. Саня, капец слепой, ребята, я вам хочу сказать. Блять. О, да, Саня, о, да. Пиздец, это что такое? Это твой подарок, Саня. Это твой подарок. Как я его заберу? Смотри, прямо сейчас мы летим, покупаем тебе организацию. Соответственно, я тебе покупаю этот вертолет. Получается, мне еще и DP надо закинуть. Но это ты уже сам потом сделаешь, Санечка, вертолет, так или иначе, достанется тебе, понимаешь, да? И все, это такая реакция, реально. 25 миллионов вертолет стоит, 25 мультов. Я уверен на 100%, что Саня на протяжении всего ролика думал, что он получит Бугатти. Но нет, Саня, нет. Нет, Саня. Вертолет намного уже, Саня. Вертолет намного уже. Теперь у нас у всех на Санрайзе будут вертолеты. Купи у меня его. Нет. Все, Сань, я полетел. Ты давай, удачи, соответственно. Сейчас летим покупать тебе организацию, и ты получаешь вертолет. Ну я думал, ты хотя бы обрадуешься, реально. Ну, я радуюсь просто. Я так, как я... Конечно, радуюсь. У меня так радость проявляется. Нет, я просто уверен на 100%, что ты рассчитывал получить сегодня другое. Я уверен на 100%. Саня, на протяжении очень долгого времени просто просил у меня Бугатти. Просил. Нет, Саня, нет. Все, друзья, мы перемещаемся с Каркадиуса, покупаем там офис, и Санечка покупает себе вертолет. Так, ну что ж, друзья, мы купили организацию для Санечки в Аркадиусе. Саня, теперь ты получаешь 25 миллионов. Они должны просто находиться на счету организации. Не. Значит, смотри, 20. Так, раз, два, три. Ну что ж, Саня, сумма в виде 25 миллионов долларов отправляется к вам в карман. Я не знаю, как она поместится там, но так или иначе, большие у вас карманы, значит, да? Все, пожалуйста, Санечка, получите и распишитесь. Все, деньги должны лежать на счету организации, чтобы можно было купить вертолет. Ну и что, не принимается? Ну, ты подтвердить нужно. А я ничего не вижу, ничего не прописал. Да ты прикалываешься, что ли, или нет, я не понимаю. Давай еще раз. Не, так, раз, два, три. Пожалуйста, вот появилось. Вот другое дело. Все, пожалуйста. Ах ты какая, иди давай быстрее, давай, ну. Все, значит, сейчас закинем на банковский счет организации, после этого едем сразу же покупать вертолет. Ну что ж, Санечка, пожалуйста, идите покупать свой вертолет за 25 мультов, а? Так, ну что ж, мы уже все подготовили, у нас тут большая, значит, подготовочка была, и Аркадиус офис купили, и вертолет купили, вертолетную площадку сейчас тоже купим, Саня, а? Ты смотри, ну мне кажется, ты должен быть сегодня сам... Все, купил, да. Точно? Ну-ка, да. Давай проверим. Поехали, сейчас заспавнишь, покажешь мне его, Саня. Подожди. Мне нужна репутация, сейчас, подожди. Я просто вдруг он не купил себе вертолет и зажмотил все эти деньги, оставил на хороший день, а? Ну не, Сань, сейчас проверим, купил ты его или нет. Ну что ж, Саня, давай, показывайте, давай. О, погоди, а почему у него хвостик белого цвета? Я не знаю, я вот, я тоже был, тоже
был бы черного цвета, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, а если мы сделаем вот так вот? А, блин, реально у меня нету доступа к вертолетной площадке сейчас, к сожалению. Ну, конечно, Саня. Ну все, Саня, пользуйтесь вертолетом, радуйтесь. Вот все, я надеюсь, вы реально будете кайфовать по полной программе. Он и одно место, Саня, понимаешь? Можешь вылетать, музыку слушать там, соответственно, все остальное. Ну что, друзья, на этом прекрасном моменте, я думаю, мы можем заканчивать наше сегодняшнее видео. Вот такой вот видосик сегодня у нас получился. Я надеюсь, вы кайфанули по полной программе. А с вами сегодня был, как всегда, Олег Кофе и, конечно же, Санечка Алексфокс. Все полезные ссылочки находятся в описании под этим роликом. Заходите на проект и играйте вместе с нами. Да, какие у тебя проблемы, Саня, там, а? Друзья, не забывайте подписываться на канал, конечно, ставить лайки, ну и, конечно же, не забывайте вводить наши промокоды, которые дают 12 баксов и вид статуса из них. Все, Санечка, давай, покедово! Все, я пошел покорять. Друзья, огромное спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока, ребят.